Всем привет! У нас ля антре, начало учебного года, а это значит, что если мы делали паузу, то мы снова начинаем учить французский. И начнем мы его с глагола apprendre. Глагол, который может употребляться не только по отношению к учителям, но и по отношению к ученикам. И переводится как учить либо что-то, либо учить кого-то чему-то, в принципе, как и в русском. Первое значение глагола apprendre в связке с существительным. Apprendre quelque chose, par exemple, apprendre la grammaire française, учить французскую грамматику. Второе значение, apprendre à faire quelque chose, учиться чему, делать что-либо. Par exemple, j'apprends à conjuguer les verbes français, я учусь спрягать французские глаголы. Ce n'est pas facile, это не так-то просто. И третье значение, уф, оно непростое, учить кого-либо чему-либо. Par exemple, nos enfants nous apprennent la patience. Дети учат нас терпению. Надеюсь, это видео вам понравилось. Всем бизу!